Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это по-ранейшему одна из серьезных проблем сучасного громадства, якая сопровождается великой колькостью злочинства. Основными направками деятельности управления по наркоконтролю и супрадзенне гандлю людьми является перекрытие каналов поставки на территорию нашего региона наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само установление и притягнение до криминальной отказности особ, которые занимаются предоставлением помешканий для уживания забороненных препаратов. Еще один накерунок спынения незаконной деятельности по распаўсюджванні наркотиков праз интернет. Правоохранники ведут постоянный мониторинг глобальной сетки. По выниках минулого года супрацовниками подразделения по наркоконтролю спынена деятельность 15 таких интернет-крам. Удалось перекрыть 3 каналы поставки на территорию региона наркотичных сродков. Громадяне, задейничанные у гэтых злочинствах, притягнуты до криминальной отказности. До того же на Гомельщине проводится масштабная профилактичная работа. Около 2 лет назад президентом Республики Беларусь был подписан декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков среди молодежи. Значит, согласно данного декрета, органам внутренних дел отводится координирующая роль всех субъектов профилактики. В настоящее время совместно с субъектами профилактики, значит, согласно утвержденного областного плана, намечено ряд как профилактических мероприятий, так и мероприятий практического характера с целью стабилизации ситуации в данном направлении.